Друзья, снова всем привет. В этом видео будет очередная проверка лайфхаков из ТикТока. Значит, сейчас мы будем жарить яйца оригинальным способом. Перед тем, как их пожарить, ребята, давайте посмотрим видос автора этого видеоролика. И я оставляю ссылку в описании под своим видео, для того, чтобы вы перешли по этой ссылочке и подписались на автора этого замечательного видоса. Итак, давайте смотрим. Так, ребятушки, наверное, вы все поняли, да, значит, мы подготовили сыр, сосисочки. Сосиски покупаем желательно подлиннее, для того, чтобы их удобно было вот так вот посередине разрезать. Ну и домашние яйца. Берем сосиску и вот так вот, вот по центру, как показано в видео, разрезаем, но не до конца. Для того, чтобы нам сделать так называемую лодочку. Есть контакт. А ну попробуй раздвинь, как. Не дорезала, да? Аккуратно, аккуратно, не отрежь все. Так. Есть такое дело. Первая сосиска готова. Отлично. И таким же образом нарезаем следующее. Так, ребята, сосиски вот так вот надрезали, порезали. Теперь укладываем сырок. Укладываем сырок вот таким образом. А там уже, смотрите, по вашему усмотрению, вы можете сыр чуть-чуть обрезать, чтобы он легче входил. То есть уже включаете свою фантазию, как вам удобно. Значит, мы сейчас делаем вот таким вот образом. В лодочку вовнутрь вставляем сырок. И сейчас переносим все на сковородку. Разогреваем сковородку и вливаем растительное масло. Покрутим ее, повертим. И вот таким вот образом переносим лодочку с сыром. Все делается, в принципе, легко и просто. Вот, раз. Теперь вбиваем яйца вовнутрь. Вот таким образом. Первое яйцо, второе яйцо. Есть контакт. Посмотрите, какая красота. Посолим каждое яичко и накроем сковородку крышкой, как указано в этом видеоролике, чтобы яйца сверху зажарились. И когда мы будем переворачивать их, чтобы они не растеклись. Ребята, значит, уже ждем больше минуты. Наверное, скоро яйца сгорят снизу. И сардельки, сосиски пригорят. Значит, мы приняли решение сейчас быстро перевернуть. И будь что будет. И все растеклось. Так, ребята, не знаю. На видео так красиво все показано. Но у нас... Вот такое вот дело, ребята, аж плакать охота, блин, ничего не получается. О, кстати, мы сейчас будем жарить еще одну порцию, значит, это первый блин комом, а потом мы, короче, возьмем вилкой, да, желтки разгоним. Внутри желток и белок. Нет? В общем, ребята, теперь опять накрываем крышкой. Ну, вот так вот, вот. Значит, вторую порцию мы, наверное, пожарим. Точно у нас получится все. Итак, ребята, первая порция готова. Видите, как она получилась некрасиво. Вот, ну ничего страшного. Значит, сейчас мы попробуем сосиску больше раздвинуть. Раздвинуть больше, чтобы лодка получилась шире. И чтобы яйцо нормально прожарилось. Ну не знаю, получится ли у нас. Но на видосе, видос вот посмотрели, еще раз пересмотрели. Так все четко, так красиво, ну... Как вы знаете, в жизни, как всегда, оно все через одно место получается. Так, снимаем яйца. Вот так вот. Это будет моя порция, правильно? Да, буду я. Я удар приму на себя. Масло еще раз разгоним по сковородке. Ну, давай сейчас как-то попробуем это сделать так, чтобы получилось все. Так, первый пошел. Вот так вот, наверное, да, раздадим. Видишь, это очень неудобно. Оно все раскаленное. А у нас такое вот нету, как на видео, которое раздвигает. И приходится все вот рисковать. Ребята, ради вас, ради контента, поэтому лайк ставим обязательно, ребятушки. Так, дай подснять как-то так вот. Есть. Все то же самое, да, получается? Те же яйца, только в профиль.
те же яйца, только в профиль. Так, ну вроде бы. Давай, соли. А давай не будем, блин, так оно сырое получится, да, если мы не будем переворачивать. Угу. Так оно будет сырое. Ребята, ну значит сейчас минуточку подождем и посмотрим, что же будет происходить. Ребята, значит, в этот раз мы жарим их дольше. То есть уже прошло, наверное, минуты две, а может быть и три. И вот посмотрите, еще жидкое, да? Еще все жидкое. Вот интересно, сколько их нужно по времени жарить, чтобы это все зажарилось внутри, вся эта масса. Ну попробую перевернуть сейчас быстро вот так вот. Раз. О, видала? Все получается, ребята. Все отлично. Пусть будет некрасиво прям, но уже второй раз уже не покрасивее получается. Накроем крышкой. Ну, еще пару минуток их примерно пожарим. Итак, ребятушки, прошло в общей сложности, ну, наверное, минут 5 колбасили. Эти уже получше выглядят, да, если, допустим, подавать на стол, ну, можно, да, белочек, это, допустим, все красиво, чтобы было, обрезать, да, его красиво. А можно не обрезать, но эти получше уже. Вот, сейчас, наверное, попробую, разрежу вот те и вот эти, и посмотрим, как они приготовились. Сейчас пробуем яйца, которые у нас, вот они, вывалились. В принципе, желток тут, видите, сырой. Сейчас мы вот эту отрежем. То, что нас интересует, что же внутри. Так, ну а внутри вот так вот все выглядит. В принципе, ну, сыроватое, сыроватый желточек, но мне такие нравятся. Теперь давайте попробуем те, которые вот с двух сторон. Ну, не то, что с двух сторон, те тоже с двух сторон, но эти получше. Подольше были. На сковородке. Сейчас мы отрежем и посмотрим, ребята. Ну-ка. Гляньте. Это покрасивее уже вариант. Ребята, ну теперь надо попробовать, правильно? Значит, пробую. Пробую. А что пробовать? В принципе, яйца, как яйца с сосисками. Если вы ни разу не жарили, то, конечно, вам понравится. Но, в принципе, я уже такие варианты... Не то, что такой вариант, а просто яйца с сосисками я жарил, с колбасой. Вкусно, необычно, красиво. Эти, конечно, красивее, вот этот вариант. Поэтому пробуйте, тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Ребята, вы знаете, я же забыл, мы же сюда сыр клали, правильно? И вот она, ребята, сырная корочка. Вот она, сырная корочка, и вот она. То есть, получается, как бы из сыра делается дно, сыр расплавляется, чтобы не вытекало все. В общем, как-то так. Все, все досказал, всем пока. Ребята, подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас уже есть несколько видео проверки вот этих вот всех лайфхаков из ТикТока, а также из социальной сети Лайки. И как всегда, ребята... За сосисками шпионит наша кошка Маша, которая принимает участие во всех наших съемках видеороликов. Не знаю почему, но она реально, ребята, она как человек, она все понимает. Вот перед тем, как сниматься, да, я говорю, пойдем на съемку, она сразу же за мной идет, садится на стульчике. Маш, передашь привет? Маш, передай привет зрителям. Эй, так нет, ты назад, Маша, получишь ты свою сосиску, но чуть позже. И вообще ты такие не ешь, наверное. Ты ешь какие-то элитные и дорогие, а это, Маша, недорогие. Да, Машуль? Так, ребята, видели, кивнула головой? Это она, скорее всего, сосиски унюхала. Так. Значит, будем жарить по две штучки. Мне две штучки, жене две штучки. Вовнутрь будем класть, покладем по пару кусочков сыра. Яйца домашние. Ну, нам повезло. Нам привезли домашние яйца. Вот. Но если домашних яиц нет, то, конечно же, обходимся магазинными. Так, есть. Ну, ты ж, Маша, отрежешь потом хоть где-то. Так, нет, сейчас смотрите,
Мы замеряем кусок сыра. Вот так вот влазит. Наверное, чуть подрежем, да? Потому что так не впихнешь его. Давай подрежем. Нормально. Нет, смотри. Вот так вот пообрезай его и все, чтобы он не парится. Он расплавится. Расплавится? Ну, а так ты будешь спихивать его на раскаленном масле, как? Никак. Никак? Я сейчас позапихиваю. Так, ясно все с вами. Мне кажется, лучше подрезал бы. Смотри, подожди, ну подожди, не спорь со мной. Так, ребята, видите, возник у нас спор. Но жена непробиваемая. Мне кажется, лучше побрезали спокойно, раз туда этот сырочек бы залетел бы, и все было бы окей. Будешь обрезать? Так, все, ребята, это тренировка вот такая перед съемкой. Сейчас, значит, будет короткое видео. Ну, вначале мы короткие видео делаем, да? Все по делу. А потом в конце будем рассусоливать. Ребята, значит, третью сейчас нашпиговываем сыром. Вот четвертая. И будем переносить на сковородку. Жарим таким образом первый раз яйца. Мы еще ни разу не пробовали. Поэтому так вот мы проверяем тиктоковские лайфхаки. Ребята, значит, первая порция сейчас жарится. Вот она. Накрыли крышкой для того, чтобы, ну, они зажарились, яйца, чтобы, когда мы будем их переворачивать, вот, чтобы они не выпали, ну, глазунья, чтобы не выпала. Сейчас она корочкой покроется. Давайте проверим, как там процесс идет. Ну, пока никак еще. Вот. Так. Посмотрите еще видос на нашем канале. Мы жарили яйца в виде ромашки. Ссылка. Сейчас ссылка, в общем, появится. Уже там видос опубликован. А также будет в описании. И в конце видео появится прямоугольник рекомендаций. Посмотрите, что прикольно яйца получились. Мне, кстати, этот вариант с ромашкой больше понравился, чем как мы обычно жарили яйца, нарезая сосиски колесиками, ну, кусочками. Так, что там? Ничего. Вот, ребята, также не забывайте смотреть рецепты, как жарить яйца. Ой, да, в принципе, мы жарили яйца в мультиварке. У нас есть Redmond мультиварка. И что ты на меня смотришь? Ты меня смущаешь. Смотрит на меня, стоит жена сбоку и смущает меня. Рассказывать вам всякие истории. Так. Короче, ребята, смотрим рецепты в мультиварке. А также Маша сама в шоке от того, как мы готовим еще коктейли в блендере Redmond. Да, Машуль? Маш, ты в шоке? Машуль? Да, она в шоке, ребята. Видите, даже ничего не сообщает вам. Передавай привет зрителям, Машуль. Машка, передавай привет. Не хочет передавать привет сегодня. Обычно мяукает, что-то рассказывает. Вот, так. Ну, давай, приоткрой, давай посмотрим. Что-то не зажаривается. И что делать? Так, ну скажи, какие твои предположения? Это я сейчас снимаю уже отдельным куском совсем. Как сделать так, чтобы у нас все получилось? Не знаю. У нас нет такой штуковины, которая разбегает? Нет? Так, наверное, просто крышку часто открывал. Может, из-за этого? Значит, я сейчас крышку вообще открывать не буду. Вот, около минуты. Ну, что сказать? В принципе, ну, в ТикТоке ж не могли видеомонтаж какой-то сделать такой, чтобы оно получилось так красиво. Наверное, все ж так и сделано, идеально. Человек, наверное, не первый раз так яйца жарит, а мы вот первый раз жарим. И вот такая вот, и вот такой вот этот получается. Некрасивое блюдо, да? Ну, загляни. Что там? Нет еще? Пусть дальше жарится, чтобы аж вообще не черные были. Правильно? Так. Давай посмотрим. Не надо. Не, видно еще, да? Видно, что... Видно, что ничего не видно. Мне лично ничего не видно. Что там? Как там?
Что там, как там? А ну-ка, давай. О, эти получше, да, уже, наверное? Ну, все равно. Может, сейчас вилка это распотрошишь белок этот? Не надо. Не надо, да? Ребята, значит, жарим дольше по времени. И наблюдаем за процессом. Сейчас спалим все сосиски. И получится у нас как сосиски на костре.